Вечернее застолье стало последним для пенсионера из Петербурга. На даче в Волховском районе мужчина коротал время с приятелем из соседнего дома. Нетрезвые мужчины что-то не поделили, поспорили. После чего гость схватил нож и ударил хозяина дома в левую ногу. Возможно, не рассчитывал, что удар в такое место может стать смертельным. Но лезвие перерезало бедренную артерию, так что пенсионер за считанные минуты истек кровью. Ну а гость, конечно, убежал. Задержали его в тот же вечер по горячим следам. Там выяснилось, что мужчина нигде не работает, а 15 лет назад получил условный срок за угон. В ходе следственно-оперативных мероприятий в совершении указанного преступления изобличен местный житель 1986 года рождения, который в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртных напитков, причинил колото-резанное ранение потерпевшему, от которого тот скончался на месте происшествия.